Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня приготовим с вами вкусное и легкое в приготовлении блюдо. Нам для этого понадобятся куриные грудки, сыр, чеснок, ананасы, специи, соль. Все. Значит, грудки промыла, просушила бумажным полотенцем и делаем надрезы до конца. Не режем вот так вот. Где-то через сантиметр делаем надрезики. Так, солю, перчу. Солю адыгейской солью, вы смотрите сами. И паприку добавлю. Так вот. Еще чуть-чуть. Нужно оставить минут на 20. Духовку я уже включила на 180 градусов. Теперь вот смотрите, сыр обычный у меня российский. Маленький зубчик чеснока по желанию. Смотрите, может быть, вы сухим чесноком натрете, сюда не будете добавлять. И перемешала немножко майонеза. Сейчас будем сыр выкладывать. Шпиговать нашу курочку. Так. Дальше ананасы кольцами режем пополам и вот так вот выкладываем тоже. Эти надрезы. Так вот. Так. Сюда. Здесь вот у меня очень много сыра. Ничего. Вот так вот получается красиво. Чуть-чуть сбрызну немножечко маслица растительного. Все, накрываю фольгой. Ставим в духовку. На 30 минут. Духовка разогрета. Прошло 30 минут. Так. Я достала. Смотрите, сколько сока здесь. Можно было масла вообще не добавлять. Так. И сейчас сверху еще посыплю сыром. И снова поставлю в духовку. Еще минут на 10, на 15. И все. Будем пробовать эту вкуснятину. Ну вот, друзья, 15 минут. Я вам не сказала, что это мы уже без фольги ставим. 15 минут простояла. Смотрите, какое красивое блюдо получилось. Можно на любой праздник его приготовить. Можно просто. Кто любит вот это сочетание, я очень люблю. Курица, сыр и ананасы. Это очень-очень вкусно. Сейчас попробуем. Смотрите,
курочка получается мягкая-мягкая, очень сочная. Грудка совсем не сухая, сочная. Сыр, ананасы. Это очень-очень вкусно. Готовьте такое блюдо. Думаю, что вам понравится. Готовится оно очень-очень просто, как вы видели, и быстро. Всем спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. До встречи в следующем видео. Пока-пока.